Все задуваем. Короче, третий. Ой. Еще. Это шоколад. Это в нее дул, я не... Сегодня сама в шоке от выбора цвета. Всем доброе утро. В общем, я только что помылась, и у меня появился стайлер Dyson. Вот это огромная коробка. Я его еще даже нормально не распаковала. И он как раз цвета, который мне нравится больше всего. Это такой серебристый с бронзовой фурнитурой. Вообще, я им уже пользовалась в день рождения, пробовала им накрутить волосы. Но я довольно сильно торопилась, но эффект мне все равно очень понравился. Тут очень много разных насадок. Я пока не знаю, как ими пользоваться и буду ли я ими пользоваться. Но я брала именно вот такую насадку, которая накручивает локоны. Есть еще, которая поменьше. Я брала то, что побольше. И эффект мне очень понравился. Так что сейчас я хочу попробовать его повторить. И пойдемте попробуем сделать это вместе. Вот что у нас получилось. Вообще, наверное, некоторым мой метод, наверное, может показаться странным, потому что я не распределяю пряди, там, ну, не закалываю сначала верхние, и так, ну, и так по порядку. И плюс я еще не пользуюсь никакими фиксирующими средствами. В прошлый раз, когда я накрутила, у меня даже через 3 дня еще была укладка, наверное, потому что у меня довольно пористые волосы. Мы посмотрим, как они будут выглядеть сейчас. Мне, конечно, прям очень нравится. А как вам? Хорошо получилось? Ну и, понятное дело, они сейчас немножко еще должны усесться. Я тут присела поудобнее и хотела с вами поделиться, как прошел день рождения и какие практики, ритуалы я стараюсь сделать непосредственно в сам день рождения. Я вообще довольно спокойно отношусь именно к самому празднику. Скорее, мне всегда больше нравится сама атмосфера, там, что рядом семья, близкие люди. Но сейчас я живу за границей, поэтому, к сожалению, родителей не было, но вот надеюсь, прилечу в Москву, и мы как-то отметим с родителями тоже. Но я очень люблю перед днем рождения строить свой соляр. Это вообще информация сейчас будет для тех, кто тоже увлекается астрологией, как-то в нее верит. Соляр
Яра — это индивидуальный такой гороскоп, который строится на день рождения, и там как раз будут показываться самые актуальные темы, как будет меняться энергетика человека, чего ждать и так далее. Соляр вообще можно ощущать уже за 2 месяца до дня рождения, и как раз в прошлом году у нас с мужем уже зашли темы, что там давай попробуем пожить в какой-нибудь стране, давай куда-нибудь переедем и так далее. А у меня как раз по соляру был перегружен дом там, путешествий и все в этом духе. Поэтому с момента дня рождения мы переехали сначала 2 раза в Москве, а потом мы уже переехали за границу, что ну, просто очень интересно. И в этом году я тоже посмотрела свой соляр. Теперь мне как-то вдвойне просто будет интересно наблюдать, там что-то отмечать для себя, там что совпадает, что не совпадает. Вообще, кстати, еще существует, я забыла, как точно называется этот термин, возможно, королевский гороскоп. В общем, идея заключается в том, что люди обращаются к астрологу, и астролог подбирает им идеальное место, где они могут встретить свой персональный Новый год, где у них будут самые благоприятные аспекты, там лучшее положение планет, в зависимости от того, чего они хотят, там, чтобы у них было побольше планет, допустим, в 5-м доме, таких гармоничных, и у них там появились детки, или там, если они хотят больше путешествовать, то чтобы у них там было все гармонично в 9-м, или там с карьерой, чтобы все было классно, тогда это 10-й дом. В общем, чего в этом мире только нету. И что, собственно говоря, делаю я перед днем рождения? Я и так люблю убираться, но перед днем рождения это вообще какой-то особенный ритуал. Я очень люблю, чтобы там все было чисто, поменять постельное белье, там я вдвойне как-то стараюсь выбросить все старое из дома. Вообще я хотела заснять это все на видео, как раз как я готовлюсь, там, что я себе выписываю, но потом я поняла, что мне так хочется в этот момент побыть самой собой, уйти в этот процесс, и вот, к сожалению, ничего не сняла. Но делюсь сейчас всем этим с вами. Так, в общем, первое — это то, что я полностью убираю всю квартиру, делаю ее максимально такой свежей, чистой. Второе — это я выбрасываю все, что мне уже не нужно. И третье — это я рассчитываю свой соляр, потому что каждый год время рождения меняется. Допустим, я родилась в одно время, но в этом году у меня соляр наступил в другое. И в зависимости от того, как раз в какое время наступает соляр, нужно начинать делать разные практики. И так как в гороскопе 12 домов, то, соответственно, каждые 2 часа наступает новый дом, и нужно делать там разные медитации. Естественно, это все тоже не так просто, и нужно относиться к этому без фанатизма, потому что у кого-то соляр может наступить с утра, а у кого-то соляр наступит ночью. Но при этом я знаю людей, которые там стабильно каждые 2 часа просыпаются, делают практики. Либо можно просто выделить для себя какие-то особо важные темы и как раз вот именно в этот промежуток времени сделать практику, которая вам нужна. Допустим, когда наступает сам соляр, это первый дом, поэтому особенно хорошо там как-то последить за своей личностью, потому что дальше то, как вы себя ведете, будет пролонгироваться на весь грядущий год. Очень здорово как-то позаниматься спортом, уделить внимание своему телу, принять там очень приятный расслабляющий душ, там принарядиться. Вообще как-то стараться вести в эти первые 2 часа себя очень гармонично. Когда наступает второй дом, это очень благоприятное время, чтобы получать подарки. Третий дом — это полное проявление творчества. Когда четвертый дом, очень здорово поблагодарить своих родителей за рождение, за то, что они вам подарили эту жизнь. Это, в принципе, разные медитации на родовые каналы. Потом 5-й дом, там разные практики кому-то, там, если нужно, на зачатие, чтобы там появились дети. 6-й дом — это практики на здоровье. 7-й дом — это просто здорово провести именно там со своим партнером, тоже поблагодарить его за то, что он присутствует в вашей жизни. Во время 8-го дома хорошо написать там список того, что вам уже не нужно, там качества, которые вам мешают двигаться дальше, и потом этот листочек сжечь.
Девятый дом — это планирование путешествий как раз. Десятый дом — это практики на карьеру, чтобы там вы дальше поднимались по этой лестнице только вверх. Одиннадцатый дом — это вот идеальное время для самого праздника, взаимодействия с друзьями. Это вот тоже идеальное время, чтобы загадывать желания. И двенадцатый дом — это просто можно помедитировать и сливаться с бесконечным вечным. В общем, подытоживая, я строю свой соляр, смотрю через каждые 2 часа, какой будет дом, какой мне нужен, и делаю практики. Но если мой соляр не настолько удобный, я не хочу там просыпаться, то и ничего страшного, значит, так нужно. Но как сам факт, мне просто интересно, что вот существуют такие практики, можно пробовать как-то внедрять их в свою жизнь и потом наблюдать, меняется у вас что-то или нет. Но я забыла сказать еще, что день рождения мы прекрасно отметили. Сначала с семьей мужа сходили пообедать, обедали очень вкусно, потом вечером к нам пришли друзья. В общем, все прошло чудесно, надеюсь, вам тоже была интересна эта информация. И, кстати, раз уж мы тут с вами заговорили про астрологию, мне будет очень интересно и приятно, если вы напишите в комментариях, какой у вас знак зодиака. Это просто для какой-то моей персональной статистики. Мне всегда было интересно, превалирует ли какой-то знак зодиака среди вот людей, которым нравятся мои видео. Поэтому повторюсь, если напишите, мне будет прям очень-очень интересно. Я вернулась из торгового центра, все как всегда было очень быстро. А вообще мне просто нужно было купить платье на одно мероприятие, но я ничего не нашла и купила, как обычно, базу. Ничего нового. Тут, как всегда, тоже мой любимый крем. Он, конечно, прекрасный. Вкусно пахнет, легкий, но при этом хорошо питает. Вот такой. Мне даже положили какие-то пробники. Умывалка и шампунь. В Заре я купила 2 базовых платья. Одно такое телесное. Короткое, кстати, что мне обычно не свойственно. Но чаще всего я ношу такие платья с рубашкой. И серое. И еще я там взяла черное боди. У меня есть такое белое и синее. Настолько удобное, в рубчик, красивое, куда все подходит, поэтому это еще одна база. Продевариваюсь. Мне просто очень понравился этот серый цвет. Это платье уже длинное, и еще было прикольно, что у него есть сзади вырез, поэтому в нем будет гораздо удобнее ходить, чем в таких полностью облегающих платьях. В общем, красивое и очень хорошее качество.
И еще я зашла, это вообще мой самый любимый магазин в плане нижнего белья. У них в последнее время появилась тоже классная коллекция спортивной одежды. Я как раз как-нибудь хочу зайти туда померить лосины, потому что видно, что прям качество очень хорошее. Купила я там абсолютно нестандартную вещь, потому что я взяла там тапочки. Самые обычные сланцы, но они выглядят очень симпатично. Я свои где-то потеряла, либо они остались в Москве, а сланцы — это просто очень удобно. По-моему, симпатичные. Там еще были бежевые, но черные как будто симпатичнее. И еще вот такие вот штаны. Вообще, я склоняюсь к тому, что это пижама. Но сейчас все ходят в чем хотят, поэтому их можно надевать на улицу тоже. Они очень приятные к телу. В общем, мне понравились. Ну, в принципе, это был весь мой шопинг, весь мой влог. Очень надеюсь, что видео вам понравилось. Думаю, что вот следующий влог уже как раз будет из Москвы. До новых встреч. Пока-пока.